Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаут и... Диман. А и мы сегодня решили продолжить играть в Рейка. И вот у нас, короче, почти его получилось замочить. Он вот пробрался к нам домой в трейлер. Вот мы поставили капкан, он тут попался. И мы его со снайпы, короче, начали отстреливать. Вот, Диман, тебе даю управление, а я буду... Короче, мат не мат, мат за матом. И сегодня без вебки снимаем. Сейчас, сейчас за управлением Диман. Диман ему уже хорошо наснимал, но у нас вот тут в капканчик попался, который стоит у палатки. Мы просто решили зайти ради угара в Рейк, и мы вот его тут почти убили, и я вот решил, а почему бы нам не записать новую серию? Мы там его немного покромсали. Почему немного? Еще как много? Ну, половина хп. Я, конечно, охуела, какие мы бесстрашные. А прикол, он сейчас опять в капкан попадет. Я теперь знаю, как он тот капкан у камеры передвинул. Он, кстати, еще у палатки поставил. Я думаю, ему понравилось. Кстати, у нас осталось... Ага. У нас, кстати, братишка, осталось 18 минут. 18 минут. За эти 18 минут мы должны успеть его замочить. Ага. Давай, подходи. Тебя не подходит он. А, да не то, что есть, еще дробаш есть. Что-то он не хочет подходить, а он еще. Боялся, а еще вопрос. Как так вышло? Вот мы вот легко пристроились. Мы вот поставили тут капкан, значит, а как мы выберемся из этой палатки? Если убьем. Если захотим, а не-ка. А мы уберем капкан. А, да, точно. Его ж убирать можно. Посмотри, что ли, по окнам, он там, может быть, рядом ходит. Не, если я буду смотреть, то как прицел бьющий. А ты смотри, он же ведь в капкан попался и стоял в нем, а не тебя прибил. Давай, я все звуки слушаю. Ты сейчас, Димон, звуки не слышишь. Я слышу. Как ты их слышишь? Там он ходит. Я лично слышу звук дождя. И у меня еще... А я слышу, как он ходит там. Я слышу, как он ходит. Как ты слышишь? Вот я сижу в наушниках, а ты без наушников, и я не слышу. Я вот слышу вот. Только ливень. Вот, слышишь? Вот он! Гаси пидора! Давай еще! Еще нахуй! Убей! Убей инопланетную суку! Да ты куда бьешь? Бля, немного. Финальный выстрел. Да. Е! Мы его... Мы убили этого ебучего. Мы, пацаны, мы этого ебучего, сука, убили. Ебать тебя в рот. Слушайте, я Рейк прошел. Ну что ж, ладно, дорогие друзья, с вами был тут Импаут и... Всем удачи, всем пока.